30 августа 2018 год, Харьков, 15.33 по Киеву. Всю жизнь прожил в панельной девятиэтажке. И всю свою жизнь влекли меня вот такие улочки. С такими вот брусчатыми улицами. Со стареньками, причем не частный сектор, а именно вот такие двухэтажные. В чем тут дело, не пойму. Что у меня за ассоциации? Причем я понимаю, что здесь, конечно, все очень старое, все прогнившее, все просевшее. Но ничего не могу с собой поделать. Понятно, что инфраструктура здесь так себе. На спальном районе, так там вокруг дома 9 супермаркетов у меня пешей доступности, а здесь скорее в пешей доступности на завод какой-нибудь нарваться. Ну вот просто завораживают меня эти домики, как в шире, маленькие, фигуристые, а там и новенькие.